Приветствую всех. Следующий обзор монет Советского Союза продолжает год 1957. В 1957 году изменился тип монет по сравнению с предыдущим 1956 годом. Изменения не очень большие. Основное это уменьшилось количество лент на гербе с 16 до 15. Связано это с тем, что после улучшения отношений с Финляндией была упразднена Карело-Финская с СССР, и число республик окончательно установились в количестве 15. СССР превратилась в АССР, автономную республику. Ну и, соответственно, изменился дизайн монет. Предыдущий тип просуществовал с 1948 по 1956 год монет. Ну а 1957 год вышло 7 монет, 7 номиналов, 7 типов. Монеты регулярные все. Технические данные монет, в общем-то, не изменились по сравнению с предыдущими годами. 20 копеек 57 года. Материал мельхиор, диаметр 21,8 мм, вес 3,6 грамма. Трубчатый. И герб уже, соответственно, новый. С 15 лентами. Следующая монета 15 копеек, мельхиор тоже, диаметр 19,56 мм, вес 2,7 грамма, гурт трубчатый, новый герб. 10-копеечная монета 57 года. Мельхиор, диаметр 17,27 мм, вес 1,8 грамма. Гурт трубчатый. 15 лет. Ну и вышло также 4 монеты бронзовые. 5 копеек 57 года. Алюминиевая бронза, диаметр 25 миллиметров, вес 5 грамм, рубчатый гурт у монеты. Троечок, тоже материал алюминиевая бронза. Диаметр 22 миллиметра, вес 3 грамма, рубчатый гурт. Две копейки 57 года. Материал тоже алюминиевая бронза. Диаметр 18 миллиметров, вес 2 грамма, рубчатый гурт. Ну и последняя монета 57 года. 1 копейка 57 года, алюминиевая бронза, диаметр 15 миллиметров, вес 1 грамм, рубчатый гурт. Таким образом получилось у нас 7 монет. Ну, существуют еще различные перепутки, пробные монеты вот за и 57 года, и предыдущие года, но их я не буду затрагивать, только то, что на самом деле, скажем, было массово, регулярно, вот эти монеты я и показываю. Вот 1 копейка есть такая же монета
57-го года. Не хочет фокусироваться. Странно. В общем, есть точно такая же монета, существует. Здесь у нас 15 лент. Существует со старым аверсом, 16 лентами. И вот эта монета уже очень будет дорогая. Здесь у вас вдруг такая монета есть 16 лентами 57 года, копейка, то вы стали обладателем, можно сказать, сокровища. Очень редкая монета будет. Вот, но этот тип монет просуществовал недолго, тип 57 года, всего лишь один год. В 58 году планировали выпустить другой тип монет с изменением номиналов. Там и рублевые монеты должны были выйти, но тираж этот в обращение не попал. Затем 2 года, 59-60, ничего у нас не выпускалось. Ну и после реформы 61 года появились другие монеты, но это уже другая история. Поэтому следующий год у нас будет 1961 в обзоре. На этом все. Всем пока. Не забудьте подписаться, поставить лайк. Удачи!